Организаторы с радостью заявляют, что развитие юношеского баскетбола во многих уголках нашей области пошло в гору. Соревнования выросли в масштабе, соревнующихся команд стало гораздо больше. Приехали даже баскетболисты из дальних районных центров. От этого и интрига возросла. Уже сложно определить фаворита. Ну, юношеский баскетбол в Кустанайской области развивается. У нас и районы, и Аулюколь, и Федоровка развивается. И Денисовский район выставляет команды. И вот и Миндогоринские команды выставляют по девушкам там. Но в этих соревнованиях у нас участвовали еще и Камыстинский район, дальний район, которые там работают, учителя физкультуры, которые горят этим делом и пытаются выезжать на соревнования. В соревнованиях медали были разыграны в двух возрастных группах. Звание сильнейшего спорили спортсмены 2003 и 2005 годов рождения. Ребята, которые прибыли в Златобольск, были полны решимости завоевать медали высшего достоинства. В играх никто не хотел уступать, потому баталии разгорелись нешуточные. Для чего ребенок тренируется? Для того, чтобы показать свои высокие результаты. Вот поэтому здесь и занять первое место, и, конечно, приобрести какой-то опыт, игровой опыт, который очень большую роль играет. Наиболее яркую и зрелую игру на соревнованиях показали спортсмены 2003 года рождения из Рудного. Эти ребята уже являются чемпионами Казахстана. Опыт и мастерство сослужили им добрую службу. Мы провели три игры, три из них выиграли. Вот две игры мы выиграли с большим отрывом, а вот одна с Зинколем, вот у нас была напряженная игра в начале. Вели вроде бы нормально, потом догнали они нас. Пришлось немножко побороться, попотеть, но в основном на 7 очков выиграли. Победное шествие рудничане продолжили и в финале соревнований. В главном матче состязаний они взяли верх над баскетболистами из Лисаковска. Узункольцы стали третьими. В группе игроков 2005 года рождения сильнейшими стали представители Федоровского района. В финале они одолели сверстников из Лисаковска. Замкнули призовую тройку карабалыкчане.